В рамках месячника по благоустройству активные ученики средних школ номер 6 и 26 облагородили территорию одного из самых старых кладбищ Брестской области. Тришинский некрополь основан еще в 15 веке, и постановлением Совета министров Беларуси ему присвоен статус и категория историко-культурной ценности. Это говорит о том, что Тришинское кладбище является памятным и символичным местом для жителей города над Бугом. Поэтому наводить порядок на его территории – своего рода традиция, которую чтут даже юные брещане. Чтобы убраться, привести это кладбище в порядок, так как оно является некоторым достоянием нашего города. Здесь очень много собрано истории нашего города и что здесь вообще, в принципе, происходило. Есть чувство важности, что я делаю что-то хорошее для людей, которые погибли в моем городе, похоронены на нашем Тришинском кладбище. Для меня это, можно сказать, честь, когда я понимаю, что я что-то сделала хорошее для нашего города, лично для этого места. В облагораживании территории Тришинского некрополя принял участие и заместитель главы администрации Московского района города Бреста Алексей Шевердин. Он также рассказал о планах, которые должны реализоваться в рамках месячника по благоустройству. Знаковым для нас в районе мероприятием по наведению порядка станет парк воинов-интернационалистов. Там уже начаты работы коммунальными службами при поддержке Брестского горосполкома, лично председателя горосполкома Александра Степановича Рогачука. Благоустройство начато тротуарной дорожки центральной. Уверен, что данные работы и в дальнейшем будут потихонечку продолжаться, все будет зависеть от финансирования. Мы силами организации и предприятий планируем вырубку сорной растительности, вырубку старых, сухих, поваленных деревьев, веток опасных на всей территории парка. Поэтому такая работа будет, я думаю, продолжаться не только в течение месячника, а в течение всего года, потому что объем работы большой. Еще также будут мероприятия у нас традиционно в 4-м форту, форт Дубинники, Папанинский сквер совместно с КубЖЭУ города Бреста будем вычищать, продолжать. Также будем продолжать благоустраивать и высаживать зеленые насаждения в нашем уже таком полюбившемся сквере в Волгоградском, его так в рабочее название в районе Грибного канала. Стоит отметить, что общее название мероприятий по наведению порядка на всей территории города Бреста «Месячник» не значит, что они продлятся всего 31 день. Облагораживание города будет продолжено и дальше. Без внимания не остается ни один объект, особенно если это историко-культурная ценность. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.